инспектор отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Алексей Думтьев и председатель общественного совета при отделе МВД Юрий Высоцкий рассказали ребятам, с какими ситуациями приходится сталкиваться и как сложно работать с преступником, чьи действия трудно объяснить с точки зрения здравого смысла. Убийца, который безжалостно казнил людей, ходил в азарт, ему нравилось, когда люди становились на колени, плакали и просили о пощаде. Тогда я понял, что это не просто как книжка, не просто как по телевизору показывают, милиция, сейчас полиция, что это очень серьезный, тяжелый труд. Сотрудники полиции рассказали о повседневной работе, например, о пресечении продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Ребята настолько прониклись, что предложили свою помощь. Несовершеннолетним же продают у нас в магазине. Они ходят там, покупают, и потом эти магазины там закрывают, не знаю, штрафуют. Как попасть туда? По этому факту отдельно останешься. Председатель общественного совета и сотрудники полиции рассказали подробно, как поступить на службу правоохранительные органы, какие требования предъявляют. Отбираются лица по состоянию здоровья, морально-психологическому климату, а также лица, которые не допустили, будучи в несовершеннолетнем возрасте, совершения правонарушений и преступлений. Если же вы совершили данный вид деяний, все, в органы внутренних дел, вопрос закрыт. Значит, 16 раз подтянуться, это пятерка. 14 – четверка и 12 – тройка. Меньше двойка – все, не берут. Очень жесткие отношения к спорту. По блату там не пройдешь. Рассказали мальчишкам и девчонкам, к чему нужно быть готовым, как трудно сохранять порядок в обществе и с какими иногда людьми приходится сталкиваться на службе. Поэтому и появилось такое понятие, что служба в полиции и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Открытый урок и открытая беседа о службе в полиции – первый шаг для школьников к будущей профессии. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапрегион.